Mitsubishi IMEF для нас все еще экзотика. Однако именно на этих электрокарах будут патрулировать природоохранные территории столицы сотрудники Департамента природопользования Москвы. Сразу 10 электромобилей были переданы экологическим инспекторам для патрулирования на особо охраняемых природных территориях юго-запада Москвы. Это событие совпало с еще одним знаменательным для Mitsubishi моментом. Первый официально поставляемый в Россию электрокар IMEF был удостоен экологического знака качества от общественной организации «Зеленый патруль». Возможно, данный шаг заставит правительство Российской Федерации более внимательно присмотреться к электромобилям и по образцу европейских стран ввести, наконец, соответствующие льготы для зеленой техники.